Всем добрый вечер, 18 августа 2022 года. И как я вам сегодня рассказывала, что у нас заготовка мясного для наших любимых чихуахуа. Это именно для них, ну и для мальтезихи нашей маленькой девочки Анжелы. И вот здесь у нас получилось 34 порции, 35-я у меня уже отложена на кормление. Вот в таком пакете примерно кило 200, кило 300. Ну вот, заготовочка готова. Сейчас все это я упакую в морозильные камеры и по мере необходимости я достаю, размораживаю и кормлю своих собачек. Сюда входит говядина, головная обрезь без жира. Сюда входит желудок говяжий. Килька черноморская, кто-то мне говорил, костями можно поколоться, проколоться, она малюсенькая просто. Овощи, морковь и кабачок, домашний огурчик, вот, и куриные головы у нас сегодня. И килька черноморская, по-моему, все, если ничего не забыла. Ну что, пожелаем приятного аппетита нашим любимым собачкам и всем пока.